Привет, стримаши. Небольшой обзор еды, как можно подешевле купить то, что подороже. Иногда в магазинах перемешивают магазины разных, огурцы разных сортов. Самые дешевые огурцы 30-40 рублей сейчас стоят, и они такие вздувшиеся, желтые, задницы у них горькие, там надо мега выбирать. Ну, я такие самые дешевые покупал, но расфасованные на подложечке такой, бывают другие, и там у них оторвется, куда-то все в кучу сваливается, поэтому когда берете, смотрите. И вот такие вот ровные огурцы, они уже не 40, они рублей 80 стоят даже сейчас. А этот, не знаю, как сорт называется. Ну, видите, он такой ровненький, светлый, темный, с пупырышками. А этот луховицкие огурцы с пупырышками светлыми. Они вообще что-то рублей 50-300 грамм, то есть получается 150 рублей килограмм. Ну, для меня это мега дорого. Хотя по вкусу примерно одинаковые, но мне больше даже этот нравится, дешевый. Так что смотрите, что вы там выбираете. Если в кучу разные сорта скинуты, то берите вот такие вот поровней. И получилось, вот они получаются за 40 рублей, вот такие вот огурцы. На этом все. Пока, стримаши.